Доброго времени суток, дорогие друзья. Вы помните, какое было темное небо? Я вам показывала на днях, а сейчас как это все прекрасно выглядит. Солнечно, ясно. А, не знаю, видимо, это у всех сейчас день идет не так, как запланировал. Вот. И неожиданно приехала знакомая, вот, и мы от моего самого дома, остановок 7, наверное, до пункта ее назначения, куда ей нужно было, прошли пешком, обо всем на свете, насколько это возможно, поговорили, вот, было, конечно, очень приятно видеть какое-то лицо, помимо мамы и кошек. Вот. Ну а да, когда я вернулась домой, оказалось, что тот целлофан, который у нас лежал, чтобы сохла стяжка, вот, она его убрала, все это усиленно подметала. В итоге самое, что интересное, ну как бы, я понимаю, что ириска у меня не сильно давно, вот, и она потихонечку проявляет свои стороны замечательного характера, вот, но она стала более ручной, и она стала более разговорчивой, и, видимо, она смотрит на фишку и пытается как-то ей подражать, ну, вот у меня такое ощущение, вот, потому что дурной пример заразителен. Вот, ну я по порядку, да, значит, сначала она мне вещала, какой ужас, посмотри, нету целлофана, с чем я буду играть, а вот, потом она решила побывать, как сишка, посмотреть, что я буду готовить, вот, и сегодня сделала великолепные драники. Вот, прям такие, знаете, нежнейшие получились. Вот. Когда свежая картошка, это, конечно, благодать. А я их не делала, слушайте. Я не знаю. Ну, очень давно. Несколько лет, наверное. Как-то так. А мне что-то так сейчас захотелось. Вот. И я буквально вот два взяла с собой. Остальное все, что у меня получилось. Из таких четырех средних картошек, луковички. Добавила то яйцо и специи по вкусу. Вот, все это съела на свой такой импровизированный обед с чаем. Очень вкусно. Вот, но еще к блюдам, которые последние, которые мне понравились. Я, опять же, несколько лет, наверное, точно не употребляла морковку. Вот. А по факту это... Ух ты, кошка! Вот. Это ценнейший кладезь витамина А, который хорошо и для кожи, и для зрения в том числе. Вот, и когда получилось оказе оказаться на рынке, вот, я взяла, знаете, трешь свежую морковочку, добавляешь туда лимонной кислоты, если нету лимона, вот, а если совсем кисло получилось, переборщил, чуть-чуть капелюшечку сахара и чуть-чуть масла подсолнечного, это настолько вкусно. Я вчера это прямо вот вместо сладкого к чаю прямо великое удовольствие получила. Вот, как-то так. В общем, и вкусно, и полезно. Вот, сейчас уже у нас вечер. А я опять выбралась из дома. Ну вот, уже как бы немножко по своей инициативе. У нас очень холодно дома.
Вот, немножко прогреться. А я успела сходить в душ. Вот, и я понимаю, что я оделась-то прохладновато. Вот. То есть я в своем пальто, да, у меня вот шарфик, но у меня тонкий гольф. Просто днем, когда мы гуляли, так было очень жарко при всем том же самом солнце. Сейчас я вам покажу, как я выгляжу сейчас. Здесь вроде бы ветер не такой сильный. Но вот, может быть, это мое такое субъективное мнение, потому что я вышла из душа. Вот. В общем, да, и решила одеть юбку в кои-то веки. Вот. На улице, конечно, очень приятно. Благодать. Так, ну что же, продолжим. Вот. Как-то тогда достаточно нервно сложилось утро. Вот. К сожалению, все, что я хотела сделать по учебе, у меня не получилось. Вот. И по факту насчет вечера тоже не знаю. Вот. Кстати, к слову, по поводу того, как я выгляжу, да, вот эти вот сережки, это вот из того, из той найденной партии, то, что я расхламление последнее вам снимала. Вот. Я решила посмотреть все-таки, что там есть внутри. Вот. Ну и да, надо как-то освежить образ. Такие совершенно летние, совершенно легкие такие. И они шуршат. Ну это пластик, это ничего такого, но немножко улучшить себе настроение. Вот. Появляются люди. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо за просмотр.